5 февраля с вами Терехина Мария с ежедневным репортажем Trading Central Web TV. Сегодня на бирже США продолжается спад. Опасения по поводу инфляции оказывают негативное влияние на торги. Технические показатели были выше всех, однако индекс NASDAQ опустился на 30 пунктов в красную зону. Тем временем непроизводственный индекс ISM превысил ожидания. Подъем на 50 пунктов указывает на стабильный рост. Завтра выйдут данные о занятости, а пока переходим к показателю денежного рынка. Доллар укрепляется, пара фунтов и доллара ниже на 0,79% и составляет 1,402 пункта. Доллар по отношению к иене на 0,1% ниже и составляет 110,5 пунктов. В центре внимания курс евро и доллара. Пара находится под давлением и уже опустилась ниже восходящей линии тренда. Краткосрочные позиции будут ниже 1,2475 пунктов со значением 1,2385 пунктов и 1,2350 пунктов. Биткоин сегодня упал на 16,25%, его текущая стоимость составляет $6,860. Драгоценные металлы дорожают, стоимость золота растет и стоит выше линии поддержки. Долгосрочные позиции будут выше 1325 центов со значением $1,341,5 и $1,346 ровно. Серебро дороже на 1,8% и стоит $16.74 за тройскую унцию. С вами была Терехина Мария специально для Trading Central Web TV.